солнышко светит, глазки. Правильный свет – залог отличного кадра, тем более, если фотография конкурсная. В объективе Татьяна Дубинина, финалистка конкурса «Душа Подмосковья». Девушка живет в Павловском Посаде. Особое внимание Татьяна уделила реквизиту. Перчатки, шарф, персик и кленовые листья, а еще томный взгляд. Именно он Татьяне дается не так легко, ведь в жизни, признается девушка, томиться ей некогда. Два высших образования и море увлечений. Любит готовить, вязать под сопровождение аудиокниг. Ее девиз – никогда не унывать. Я сама по себе как бы неспокойный человек, а тут решила, надо вроде чем-то заняться, надо с чего-то начать. Решила, надо вязать. Попросила маму, она показала. Сестра тоже помогала. Ну, в общем, все вместе потихонечку меня вот научили вязать. Это что-то, я хочу только в процессе. А пока в процессе подготовки к конкурсу, так же, как и Татьяна, 10 претенденток на победу. Это жительницы разных округов Подмосковья в возрасте от 18 до 40 лет. С совершенно разными интересами, кругом общения, увлечениями. Объединяет их то, что они перемещаются на инвалидных креслах-колясках. Хотя организатор конкурса Ирина Российская уверена, этих девушек больше объединяет любовь к жизни без ограничений в их возможностях. У нас девочки, некоторые занимаются паралимпийскими видами спорта, кто-то общественной деятельностью, некоторые воспитывают детей, то есть мамы уже, да, вот, поэтому они все абсолютно разные. В финале конкурса запланированы мастер-классы и дефиле. Обладательница титула «Мисс Душа Подмосковья 2019» получит официальный диплом и ценные призы. Торжественная церемония награждения пройдет уже 22 ноября 2019 года в городе Одинцово. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».